Выходящий 11 февраля супергеройский боевик «Дэдпул», как признался режиссер Тим Миллер, к концу года станет еще более мясистым. Где-то к следующей зиме в продажу поступит расширенная режиссерская версия, где будет больше насилия и откровенных эпизодов. Это при том, что картина и без того не очень детская. Она имеет максимальный рейтинг, с которым готовы связываться кинотеатры. R, говорящий о том, что в ленте присутствует нецензурная лексика, насилие, сексуальный контент и выразительная нагота. Из-за чересчур смелых кадров в Китае Дэдпулу вообще отказали в прокатном удостоверении, а это один из самых денежных рынков для Голливуда. Причем, если бы не эти вырезанные сцены, которые включат в режиссерское издание, фильм бы запросто отхватил рейтинг, который обычно дают произведениям порноиндустрии. И это, обратим внимание, первая с середины нулевых экранизация комиксов Marvel, получившая от Американской ассоциации кинопроизводителей прокатный рейтинг R. Последний такой был «Каратель» 2004 года. Но для сравнения, «Карателю» в России дали вполне дружелюбный рейтинг от 16, а вот «Дэдпула» рекомендуется смотреть строго от 18 лет. World of Tanks, ранее уже вышедшая на консолях от Microsoft, 19 января навестила приставку Sony. Состоялся релиз на PlayStation 4. Артём Сафронов, операционный продюсер проекта, отчитался, что за первую неделю после выхода на PS4 игра была скачана более 1 400 000 раз. Разработкой всех приставочных версий танчиков занимается, подчеркнем, специализированное американское подразделение Wargaming, бывшее Day One Studios, которое в сотрудничестве с Monolith в 2011-м выпустило шутер Fear 3. Исполнительный продюсер чикагской студии заявил, что запланировано много нового контента, включая дополнительные карты и танки, а также разные забавные интересности, вроде набора для любителей известного аниме Girls on Panzer, и пообещал выпускать все это для PS4 версии чаще, чем для других консолей. Интересно еще, что в World of Tanks на PlayStation 4 не требуется платить за PS Plus. Хотя если подписка у вас имеется, вы получите некоторые бонусы, включая премиум на 3 дня и эксклюзивный танк, модифицированный немецкий джедай, как его называют игроки. Делаем ставки, появится ли главный хит Wargaming на новой, еще не анонсированной консоли Nintendo. Как вы помните, прошлым летом Bethesda провела на E3 первую в истории выставки свою собственную пресс-конференцию. И именно ее мероприятие оказалось, пожалуй, наиболее запоминающимся. Там были показаны первые геймплейные кадры Fallout 4, и одновременно с анонсом состоялся релиз мобильный Fallout Shelter. Зал взорвался овациями при долгожданном показе Doom. Там же состоялся официальный анонс Dishonored 2. Конференция получилась тогда действительно хорошей, и, похоже, она для Bethesda не станет единственной. Компания уже сейчас ведет подготовку к поездке в Лос-Анджелес. И если она на это решилась, значит, козырей в рукавах еще предостаточно. Показать явно есть что. Как минимум, это первый геймплей Dishonored 2. Можно в теории надеяться на повторный анонс Prey 2, разработку которой могли перезапустить, как поступили с Doom 4. Не исключена презентация нового проекта японской Tango Gameworks и, естественно, сиквела ужастика The Evil Within. Ну и главное, то, без чего Bethesda вряд ли стала бы проводить еще одну полноценную конференцию — must-have уровня Fallout 4. Вариантов как бы немного. Очевидно, Bethesda затевает анонс 6-й The Elder Scrolls. Тут еще можно проследить такую закономерность. Каждая новая часть серии выпускается с промежутком примерно в 5 лет. Вторая игра, Daggerfall, увидела свет в 96-м. Morrowind подоспела в 2002-м. Oblivion сделали быстрее всех за 4 года. А Skyrim вышла в 2011-м. Следуя данной логике, в этом году уже можно ждать не столько анонс, сколько сразу релиз. Ну, конечно, в это слабо верится. Скорее всего, выйдет The Elder Scrolls 6 все-таки в 2017-м. В любом случае, есть стойкая уверенность, что анонс на грядущей E3 состоится. Иначе зачем эта конференция вообще нужна? Многострадальная Beyond Good and Evil 2, формально анонсированная еще в 2008-м, до сих пор жива. Причем, наконец-то, отличная новость от Мишели Анселя. Ее демонстрация состоится на E3. То есть это уже не предположение, а вполне себе официальная информация. Мишель раскрыл данный факт в одном из стримов Devs Play, которые периодически проводят сотрудники студии Double Fine. В разговоре с Тимом Шейфером Ансель заявил, что сиквел делается, и Ubisoft собирается привести игру на эту E3. Тогда Шейфер сказал, что продолжение наверняка получится потрясающим. На это Ансель ответил, что у него и выбора-то нет, игра будет великолепной, деваться просто некуда. Заметим, что сейчас Мишель Ансель занимается не только созданием Beyond Good and Evil 2, но и сурвайвалом Wild. Причем к нему Ubisoft не имеет никакого отношения. Это проект личной студии Анселя, Wildship Studio, который финансируется из кошелька Sony и, соответственно, делается эксклюзивно для PlayStation 4.
На официальном сайте многопользовательского боевика Devil's Third Online от знаменитого геймдизайнера Томонобу Итагаки, которому мы на днях посвятили новый выпуск цикла «Они написали историю», началась продажа наборов раннего доступа. Приобрести можно наборы трех видов – серебряный, золотой или платиновый. Все они дают гарантированный доступ на тестирование игры по заявкам. В каждом наборе есть комплект мощного оружия на 7, 14 и 30 дней соответственно. Стоит подчеркнуть, что специально для российских игроков разработчики спроектировали предметы с эксклюзивным дизайном, устрашающую маску участника теста по заявкам во всех трех наборах, парное холодное оружие Кукри в золотом наборе и автомат М416 CQC в платиновом наборе. Причем покупатели наборов получат эти предметы в постоянное владение, и больше ими обзавестись никак не получится. Тестирование стартует в ближайшее время. Следите за новостями игры можно в группе ВК. Ссылка есть внизу. Февраля 1944 года люди впервые узнали о том, что носителем наследственной информации является молекула ДНК. Хотя наличие дезоксирибонуклеиновой кислоты в живых организмах было известно задолго до этого, ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году, но ее биологическая функция была неясна. Считалось, что ДНК — это просто запасник фосфора в организме. Даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию. Но постепенно, после опытных исследований, было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической памяти. Забавно, что та опубликованная в журнале Nature статья, в которой приводились доказательства, была очень быстро напечатана и занимала ровно одну страницу. В ней было сделано, наверное, самое выдающееся открытие, по крайней мере, в области биологии и медицины, а может и самое выдающееся открытие в истории науки вообще. И то была очень короткая статья. Великое открытие не требует длинного объяснения.